Привет, друзья, я Фикса, и сегодня меня все ненавидят. Обычная прогулка с бамбулем превратилась в один из самых наихудших дней моей жизни. Сначала пострадал бамбуль, потом со мной случились какие-то странные непонятные вещи, а после и вообще весь сервер съехал с катушек. Надо мной просто все начали издеваться. Но как я справился со всем этим, вы узнаете, только посмотрев ролик до конца. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, иначе Гречин придет к вам в гости. И накормлю вас самыми злобными зельями. Спасибо огромное и приятного просмотра. Бамбуль, насыщенный поход удался, я насобирал столько шерсти, что не пересчитать просто. Неплохо, да? О, ты мой помощник, ты, наверное, уже проголодался, пойдем-ка домой. Что-то Март плачет. Это все няшка. Господи. Март, Март, привет, что случилось? Это все няшка, он взорвал мой дом, тут все в огне. Какой ужас. А, волк, иди сюда. Нет, это бамбуль, это не волк. Господи, какой кошмар. Где же бамбуль? А, Шуня? Шуня, все в порядке? Фиксай, мне нужна твоя помощь. Погоди, пожалуйста, у меня есть одна небольшая проблемка. Я думала, ты настоящий друг. Ты изменился. Но, Шуня, но... Ладно, мне нужно идти бамбуля. Бамбуль! Может быть, он здесь где-нибудь? Нешка, ядрен батон! Господи. Верни назад мое золото! Верни назад мое золото! Чё? Чё вы делаете? Я ж тебя поймаю, догоню тебя, мало не покажется, засрань! Что тут происходит? Иди сюда! Тихо, аккуратно, мой дом! Нет! А? Куда? А? Нет, Гречин! Это же мой дом! Сейчас ты получишь! Нет! Ай! Ты что делаешь? Что? Ой, я этого фиксай. Я что-то забыл, что твой дом. И вообще я в свою лабораторию хотел вернуться. Так что это. Да. Извини, счастья, здоровья, береги зубы, я пошел! Ох, ладно. Все хорошо, все круто. Очень круто, абсолютно круто. Вау! Что произошло? Я ничего не понимаю. Так, ладно, надо попасть домой. Может быть, это можно отмыть мылом? Господи, вы посмотрите на это! Что с моим лицом? Так, ладненько, возьмем мыло и попробуем это все дело оттереть. Ну же, должно получиться. Так. О! Получилось! Отлично! О, нет, снова! Что делать? Хотя, у меня есть идея. Где-то здесь была кисточка с бумагой. Так, сберем, положим сюда бумагу и попробуем нарисовать что-нибудь. Отлично, получилось. Теперь попробуем надеть это. О, то, что нужно. Я такой милашка. Теперь нужно решить вопрос с разрушенным домом. В принципе, можно заделать дом шерстью, но... О, Гречин, привет. Какие-то странные черные пятна вокруг. Вообще ничего не понятно. Реально, а что это? Погоди, Фиксай, что с твоим лицом? Да ничего, все круто. Ладно. В общем-то, у нас тут появилась одного рода проблема. В общем-то, вот эти вот черные пятна, они по всей деревне, ё-моё. И это все потому, что кто-то на сервере делает то, что ему делать нельзя. А что это значит? Это значит, что кому-то на этом сервере не круто. Ну, то есть, не все окей. Что? Ну, это, конечно же, не ты, Фиксай, я в тебя верю. Но нам нужно найти виновника. Хорошо, тогда, может, я... Помогу его найти тебе? Ну, смотри сам, это очень опасно. Я порекомендовал тебе остаться дома, пока я не решу проблему. Но ты не хочешь идти домой, потому что ты боишься остаться одному, так что я тебя хорошо понимаю. Именно. Все, погнали. Так, повсюду эти пятна, это совсем не круто. О, здорово, Март, ты совсем что-то не крутой какой-то. А, что происходит? Я ничего не делал, ты ничего не докажешь. Мне нужен мой адвокат. Какой адвокат? Давай живо признавайся, ты что-то сделал, что все вокруг в этих долбанных черных пятнах и на сервере стало совсем не круто. Как ты мог так подумать? Взгляни на мои честные глаза, я тут совсем ни при чем. Ну ладно, вообще, няшка мне кажется слишком подозрительной. Эй, няшка! Я пошел найду его. Ну, давай. Няшка! Няшка! Я знаю, что ты дома! Выходи, подлый трус! А ну давай сюда! Няшка! Да, не заходите, я голый в ванной! Долбишь, что ли? Я же тебя вижу, ты на кухне стоишь. Это не ванная комната. Да, ну и что? Ой, какое право вообще так имеете вторгаться в мой дом? Это вообще некрасиво, мне нужно... Так, мне нужно начать заново. Раз, два... Три. Он считает золотые четыре, слитки? Пять. Видимо. Так, шесть. Может быть, это все-таки не няшка, и нам нужно искать дальше? Да, давай не будем его отвлекать, мне как-то страшно тут находиться. Ну да. Слушай, а может, это Шуня? Шуня? Не, ну он, конечно, эмоционально, но не, точно нет. Я знаю, что она недавно была чем-то расстроена, так что нам нужно быть осторожным. Ну посмотрим. Погоди, что это вообще такое? Че? Ой, мне кажется, нам нужно идти. Стой, мне кажется, они с тобой появляются. Мне кажется, няшка тебя заразил. Давай вернемся и вмажем
ему как следует. Да не-не-не, Гречин, стой, все в порядке. Чё? Блин, что происходит? Фикса, это ты? Что ты сделал? Я не знаю, я не знаю, я просто... Фикса, сзади, аккуратнее, уходим. Господи, что за странная фигня? Я вообще в яму упал. Гречин, я отбиваюсь от них. Я в яме. Сейчас, погоди, выкупаюсь. Фикса, я так и знал, что у тебя не все окей. Я не знаю, что происходит, просто побуду здесь. Хей, фиксай, хей, фиксай. Боже, Гречин, не подходи ко мне. Чё ты начинаешь? Не надо, у тебя все окей, это даже на твоем лице видно. Да неправда, ты не видишь, что на моем лице? Все, я вижу, слушай, я просто сделаю тебе здесь красивое, уютное место, чтобы ты отсюда не выбирался, пока не решу проблему. Так, вот шерсть, вот сюда. Я не собираюсь здесь оставаться. Я закрою, так что просто оставайся здесь и никуда не выходи. Давай, я скоро решу проблему, вернусь сюда. И накормлю тебя. Пока. Да. Не собираюсь я здесь оставаться. Мне нужно самому разобраться со своей проблемой. Что бы сделать такого, я не понимаю вообще даже. Оу. Опять пятно. Воу, что происходит? Ей-ей-ей-ей! Где я? Господи, что за страшные звуки? Ау! Марк? Кто это там в этом странном черном пятне? Марк, ты? Да, что? Что произошло? Где я? Очень плохо слышно. Сейчас я спрыгну к тебе. Это я, Фиксай! Если ты меня слышишь, не наступай в пятно! Нет. Ау. О, Фиксай. Да, привет еще раз. Тебе не нужно было сюда спрыгивать. Неизвестно, что это за место такое. Да не переживай, я уже сюда спрыгивал до этого. Стой, что это у тебя на лице? Ничего. А у тебя нет случайно с собой мыла? Есть, конечно. Держи. О, спасибо. Так. О, ну так-то лучше. Так, ладно, давай посмотрим, что дальше в этой пещере. Так-то, ух ты, ё-моё. Здесь одновременно и страшно, и красиво. Ага. Так, сайт еще что такое? Какая-то святыня, смотри. О, смотри, что здесь что-то есть. Странно, что здесь стоит святыня без чего-либо. Это точно. Ладно, пойдем дальше. Ты реально храбрый, Фиксай. Бегать по этому криповому месту? Я, конечно, люблю всякие тайны, но когда все вокруг в черных пятнах... Ну, это да, Март, спасибо. Подожди, но нет, здесь на этой святыне есть что-то? Какой-то осколок, смотри. Мне кажется, нам нельзя находиться долго в этом месте, Фиксай. Я согласен. Пойдем дальше посмотрим. Тут еще что-то есть. О, да, реально, смотри, здесь тоже какой-то осколок золотой. Погоди, я, кажется, понял. Эти осколки... Подожди, наверняка еще есть осколки. Секундочку, дай я посмотрю. Здесь вот тоже что-то есть. Да. Если это все совместить, это будет похоже на сердце. А это означает, что если мы провалились в это черное пятно, а эти черные пятна исходят от меня, то значит, это мои осколки. А это осколки сердца. Мое сердце испугалось и раскололось на части, потому что меня все начали ненавидеть резко. Нам нужно найти остальные осколки. Так, да, забираем, смотри. Чисти золото. Сердце, да, я так и думал. Забираем это. Март, иди за тем осколком, я пока это заберу. Бегу. Так. Давай сюда, опа. Отлично. Март, ты забрал там? Как его забрать, я не могу. Руками, Март. Вот так, берешь, подходишь, все, забираешь. Так, давай еще осмотримся здесь. Фиксай, я что нашел. Что там, еще один осколок? Сундук. О, интересненько. Волшебный жезл. Возьмем это с собой, окей. Супер! Теперь мы можем очистить сервер от пятен. Так, теперь нам нужно найти оставшийся кусочек сердца, которого не было в первой святыне. Так, посмотрим. Ага, золотые слитки. Ну все, ясно. Понятно, кто украл мой осколок. Няшка. И он тоже тут побывал. Нам нужно найти его, Март, чтобы вернуть сервер в нормальное состояние. Няшка, где ты? А ну открывай! И где мой осколок? Няшка? Наверняка он держит осколок при себе, нужно найти его. Ага, а вот как раз такие следы. Интересно, куда они нас приведут? Эх, няшка, не учили тебя следы заметать. Ага, привет! Стой! И верни мой осколок! Стой, о чем ты? Я говорю, верни мой осколок сердца! Нет, это обычное золото, боже, кусок золота, ты... Куда ну, ты знаешь, побежала, я ну стоять! Я еще рупиры нашел, ай! Послушай, мне нужен этот осколок, потому что я хочу снова чувствовать себя нормально! А я хочу золото! Ну ладно, не хочешь по-хорошему, будь как заслужил! Да! Вот так-то лучше, няшка! По-хорошему никогда не получается! Так, ну все, осталось теперь собрать сердце воедино. Эта часть сюда. Нет, вот так, значит, сюда. Так, и так. Что-то не получилось, почему? О, все, готово, сердце! Супер! Теперь я надеюсь, мое сердце придет в порядок. Так, попробуем это сердце. Так, отлично! Получилось, кажись! Все прошло, надо рассказать ребятам! Боже, это еще что? Господи, что с деревней? Шоня, ты что творишь? А с Мартом что? Нет, это конец. Они сошли с ума. Они разрушат деревню. Они разрушат мой дом. Они разрушат мою жизнь.
И вообще все! Няшка, успокойся! Хватит кричать и успокойся! Это лучший день в моей жизни! Я никогда не был так счастлив! Понятно, кто это все устроил. Гречин, это что, пушка эмоций? О, фикса, я так рад тебя видеть! Благодаря ей я помог всем на нашем сервере с их эмоциями! О нет, Гречин, ты сделал только хуже! Шуня! Перестань все поджигать! Не нужно так выражать свои эмоции! Просто постарайся и успокоиться! Так! Просто подумай о печеньках и о чем-то милом! О, печеньки! Отлично! Так, Няшка! Смотри, тут золото, Няшка, смотри, золото! О, где? У меня все равно нет кирки, чтобы собрать его. Просто сходи за ней домой, за киркой, сходи домой. А, точно, точно, точно. Давай, давай, давай. Теперь нужно покончить с дурацкой пушкой Гречина. Эта пушка даст всем эмоций. Мы все будем счастливы, как я. Нужно больше эмоций, больше, больше. Нет, Гречин, прости, но эмоций больше не будет. Нет! Так, ребята, общий сбор! А чё тут произошло вообще? Я не очень понял прикола. А почему здесь так много воды? И все в огне. В общем, ребята, мои эмоции за сегодня были слишком перегружены. После этого все пошло по очень плохому сценарию. Но с этим покончено, и теперь все круто. Март, не надо было пинать моего бамбуля, он приручен. Извини, Фикса, я просто испугался. Шуня, извини за то, что я не помог тебе тогда. Я просто побежал за бамбулем, но это не значит, что я плохой друг. Ладно, ты тоже меня прости. Гречин, ты вообще взорвал мой дом. Ну, я этого и пытался взорвать Няшку, я понимаю. Поэтому, Няшка, ты должен перестать воровать вещи Гречина. Ладно. Надеюсь, этот день будет уроком для нас. Если кому-то из вас плохо, просто попробуйте поговорить с другом. Иначе потом все может пойти... пойти по совсем ненужному нам пути. Да, точно. Сервер просто в руинах. Вот именно, ребят. Чтобы такого не было, давайте попытаемся жить дружно. А, кстати, Фиксай, ну чисто по-братски, чисто по-дружески, по-соседски, ты же мне, вернешь обратно мой золотой осколок-то? Эй!